1 мая в 12:00 в Центральном парке города Красноярска состоится ежегодный пасхальный концерт поздравления «Пасха Красная» с участием детей, родителей и педагогов воскресных школ Красноярской епархии. По традиции, отдел религиозного образования и катехизации Красноярской епархии и воскресные школы соберут в Центральном парке большой хоровод, будут петь, танцевать, радоваться празднику Пасхи и дарить пасхальную радость жителям города. Тем же, кто не сможет принять участие в празднике лично, организаторы предлагают поучаствовать в празднике онлайн и выложить на странице ВКонтакте воскресные школы Красноярской епархии фотографии и видео своего приходского праздника и пасхального концерта, выставок творческих работ, а также онлайн-мастер-классы от педагогов и родителей, спектакли, мюзиклы и ваши поздравления. Работы можно выкладывать до 28 мая, а на следующий день состоится их общий просмотр. По итогам акции всем участникам, согласно поданного в отдел религиозного образования и катехизации на указанный электронный адрес списка, в воскресной школе будут выданы дипломы и благодарственные письма.